В рамках проектов «Новая школа» и «Историческая память» одинцовские единороссы поприветствовали участников смотра строя и песни «Парад в честь Дня Победы» среди отрядов «Юные друзья пограничников». Мероприятие прошло во 2-й Голицынской школе. Смотр был организован в рамках партийного проекта «Парта героя». Ребята проявили себя настоящими военными. Единая форма и выправка – все радовало глаз, сообщил депутат окружного совета Владимир Семин. Школьники представили выступление по строевой подготовке, которые оценивались по дисциплине в строю, внешнему виду, сдаче рапорта, выполнению перестроений и поворотов, строевому шагу, исполнению песни. Первое место завоевал отряд 5-го В-класса, а лучшим командиром была признана ученица 4-го Б Арина Малыхина.